Теперь он говорит, интересно, слушайте, сейчас тут интересное место. Да. Он говорит, очень интересное место само по себе. Да, само по себе. Он говорит, давайте посмотрим, Творец, нету границ его сил, мудрости, доброты и всего прочего. А с другой стороны, человек, кто такой человек? А ну, давайте посмотрим человека. В скобке не удержусь что-то сказать. Надо в скобках что-то сказать. Сейчас пойдет речь о том, что человек на самом деле это самое слабое животное в этом мире, которое есть. Теперь смотрите. Если примем идею эволюционного развития в этом мире, то эволюция, она должна была породить в конечном итоге существа самые сильные, самые совершенные, самые приспособленные к этому миру, верно? Естественный отбор, он отбирает сильных и отсеивает слабых. То есть, что значит, кто такой сильный? Сильный – тот, который наиболее приспособлен к условиям существования, к природе, к возможности выжить, выжить среди своих и так далее. Это то, что основа основ, ну, книга по биологии, да, школьный курс. Значит, эволюция шла долго. Миллиарды, миллионы лет. И она должна была в конечном итоге, смотрите, сколько животных, и каждый раз все более, и все более. Ну, кого она породила в конечном итоге? Результат всего. Все признают, что в конечном итоге Homo sapiens – это результат всей революции. Кого она породила? А? Самого беззащитного, самого слабого, слабое существо, которое существует среди всех животных. Клюм. Ничего нет. Даже зубами не можем что-то. Они все сильнее, все быстрее, все. Мы боимся. Я не говорю тоже, девочки боятся всего. Да? Самки, они должны защищать своих детей. Вы видели львицу? Не подходите к ней. А у нас, так сказать, смотри, джук такой, вот это, джук такой. Джук его пугает. Пацаны, собак боятся. Собак, смотри, как собак, смотри, какой. Что ты боишься собаки? И вот он говорит, это полностью, это необъяснимо совершенно, поймите, совершенно человек со своими вот слабостью, которая у него есть, это вещь совершенно необъяснимая. Почему у нас есть тело без шерсти, кто-то может объяснить? Стал искать, каким образом, они же должны были объяснить, каким образом человек, так сказать, он должен приспособиться к везде, да, так сказать, северу, к югу, везде, где. Каким образом он стал голым из Аргутанга? Они все с этой самой, с такой вот шерстью. Как он полысел, каким образом? Так один написал совершенно серьезно, это принято как научный источник. Они, по-видимому, предки сидели в воде или находились в очень жарком климате. И поэтому, знаете, сошло, слиняло, а шерсть слиняла. Секундочку, а где же обезьяны, которые в тропическом климате, все остальные животные? У них ничего не слиняло. А как он сидел в воде? Как он, как в ванне, что ли, так сказать? Сидел, так сказать, высунул голову и там. А если там внутри, так ему жабры нужны? Как это вообще могло происходить? Понимаете, это воспринимается, совершенно серьезные люди, профессора пишут. Это я извиняюсь, просто уже, так сказать, наболевшее. Пишет он, прежде всего сказанное относится к периоду младенчества. Обратите внимание, вот самое вот такое младенчество. Другие виды животных, существ, сильнее человека в этот период, ясно, очевидно. Способны вынести больше неудобств и трудностей, быть самостоятельным и меньше обременять своих родителей, чем человек. Видел сам лично, как родился козлик. Своими глазами это видел. То есть мы были в детьми, Пинатхай, в этом уголке живой. Да? И там стояла коза. И перед нашими глазами это все дети были в таком шоке. Я тоже, так сказать, это не часто такое замечаю. Вдруг у них бжик. И мы смотрим, и вдруг этот козленок. Просто как будто он, вот как будто выпал из нее, как будто, знаете, прокатился, так сказать, и со всеми вот жидкостью, которая вышла, знаете, так, чтобы хорошо прошло, без трения. Все онемели, мы стояли где-то 5 минут, он лежал, она начала его лизать, лизала. Заняло 5 минут максимум, я говорю, 5 минут максимум. Он встал вдруг на 4 ноги и пошел.
Пошел. Мы все были... Теперь, что с нашим родился? Если за ним не ухаживать, если его, так сказать, не кормить, не то это, все, он умирает моментально, полностью беспомощный. А это уже, мы сделали круг, вернулись, она уже, этот козленок, он уже у мамы своей, так сказать, стоял под ней и уже кушал. Это уже приспособленный ходить, то это, то. А я уже не говорю, а про зверей, что вообще говорить про всех остальных. Ой. Вторая сторона относится к всяким родам отходам. Ой, я извиняюсь, тут не очень будет хорошо это самое, но видите, все, даже если пахнет, тем не менее, отходом жизнедеятельности. Люди кушают, есть отходы. И загрязнением человеческого тела. Да. То есть, включая те, которые видны на нем снаружи. Это не только, которые изнутри, но снаружи тоже есть. Они весьма подобны тем, что находятся внутри тела. Это не шутка, это констатация факта. Да? То есть, если долго не мыться, то, в принципе, разницы нет. И они накапливаются, когда человек долго не моется, не очищает себя. Также и после смерти нечистота человека превосходит нечистоту прочих существ после их смерти. Да, кто знает действительно, как пахнет мертвечина с разных, так сказать, падали, то и это, знает, что человек... Не надо заходить в туалеты, я помню, что там, помните, так сказать, туалеты в Украине, в России, да, как-то было. На расстоянии. Знали, где найти туалет. Есть собаки, кошки, все прочие, так сказать, нормально. То есть можно вытерпеть, то есть неприятно, но вполне можно быть человек. Нечистота внешняя, внутренняя, это нечистота, она, мы видим, что человека что-то от него исходит, что-то такое, есть на это объяснение, нет времени, жалко, эта тема сама по себе, может быть, как-то дойдем до нее, почему действительно человека так вот пахнется, да, это есть очень ясное, четкое объяснение. То же самое относится и к человеческим и отходам, да, они более отвратительны, чем у всех других животных, как и все прочие виды загрязнений. Видите? Венец творения. Как же он мог? Он должен был быть более совершенным, да? Приспособленным к экологии. Оказался, он вообще не приспособлен, вообще все разрушает. И, наконец, третья сторона, обратите внимание, это меньшая способность человека к адаптации при повреждении мозга с нарушением речи и других интеллектуальных способностей, которыми отличил человека творец всех прочих животных существ. А, хотите больше всего понять абсурд всей этой эволюции? Давайте посмотрите на человека. Ведь в конечном итоге все, что мы сказали, он слабее всех, он самый неприспособленный, все это. Но мы видим, он владеет всем миром. Почему владеет всем миром? У него есть разум, у него есть сознание. Ну, помните, мы говорили, сознание, оно не может принципиально являться результатом эволюции, оно просто не имеет функциональности, оно не может ничего исходить. Самое необъяснимое явление, которое есть, включая разумную деятельность человека, его интеллект. Это результат эволюции. А ну теперь давайте отнимите вот это совершенно непонятно, откуда взятый разум и сознание у человека. Точнее, не отнимите, а давайте его помутим ему чуть-чуть. Помутим. Что получим? Самое беззащитное существо, которое есть в мире. Это человек, который... Он может в подобной ситуации человек кажется беспомощнее всех остальных. Он способен причинить себе вред и даже смерть. Оказывается, что животные, в большинстве своем, достаточно понимающие, что для них хорошо, и знакомые с разными приемами и хитростями, добавили для себя еды, превосходят во всем этом многих умных и развитых людей. И тем более людей, лишенных разума. Теперь вывод. После всего сказанного, он себя привел эту колоссальную разницу между Творцом и между человеком. Что такое человек? Клюм, ничего. Эти три составляющие, которые вообще делают его совершенно беспомощным в этом мире. А теперь представим себе в нашем воображении величие Творца, могущество его, мудрость его и богатство с одной стороны, а с другой слабость человека, присущий ему недостаток во всем. Неспособность его достичь совершенства, а также то, сколько многочисленны разнообразны его потребности. Тогда мы осознаем величие того блага, которое дает Творец, будь им благословенный. И милость его к человеку. Вдумаемся в то, что он сотворил человека, лишенным всего и во всем нуждающимся. И достичь всего это можно только великим трудом. Однако все это только из милосердия Творца к человеку. Чтобы он познал самого себя,
понял все, о чем мы здесь говорили, и принял бы на себя всей душой служение Творцу. И получил бы за это награду в будущем мире. Ибо для этого он сотворен, как мы писали в начале второй книги. Из всего того, что мы сказали выше, об обязанности благодарить и восхвалять за добро, которое делают люди друг другу, следует понять, насколько велика обязанность человека перед Творцом, будь он благословлен, служить ему, бояться, восхвалять, благодарить его постоянно. Постоянно. Давайте сделаем тут, давай объясним, уже мало времени, но в принципе надо тут очень-очень важную мысль подчеркнуть. Кто находится внутри еврейской жизни чуть-чуть, да, то есть он слушает драшо, слушает лекции, слушает занятия, ходит, учит Тору, он найдет в наших источниках постоянно вот упоминание о том, что обязанность человека, еврея, развить в себе качество под названием акарататов, признание добра. Признание добра. Теперь я хочу обратить ваше внимание на несколько источников, которые они всем известны. То есть, когда мы говорили, он приводит 5 примеров, но на самом деле в Торе есть примеры, которые эту тему развивают гораздо глубже. Начнем с того, что есть мицва под названием Петер Хамур. Я не буду ее объяснять, тема сама увлекательная, но она связана с тем, что нужно выкупать первенца у ослихи, осла, первого, который рождается, маленький осленок рождается у ослихи, его надо выкупать. Он имеет к душе имеет какую-то связь. Осел. Почему, говорит Рамбам, почему надо? Он говорит, а я вам скажу почему. Потому что когда выходили из Египта, то у евреев было много имущества, которое египтяне пожертвовали евреям. То есть вернули, в принципе, то, что у них забрали. Огромное имущество. Теперь, кто вез это? На плечах они своих выносили? Нет. Ослы им помогли. Угу. Теперь прошло уже у нас много тысяч лет. На все поколения. Признание добра не связано с временем. Пусть пройдет тысячелетие, неважно. И не этот специфический осел должен получить спасибо, а все ослы. До одного. На все поколения что должно быть? Должно быть признание добра ослам. В чем оно заключается? Знаете же, первый, кто родится, будет иметь к душа, будет иметь святость. Не будем ходить в это отдельно. Теперь. Второе еще что-то сказано интересное. Не только со стороны, они мне помогли, теперь я благодарность. Видите, одно дело, я так понимаю, что всем людям, которые имеют какое-то намерение, да, мне какой-то богач помог, все для себя, но чуть-чуть он и для меня тоже сделал. Так я хотя бы за чуть-чуть должен. Какое-то намерение было. Осел. Какое намерение имел? Ослин никакого не имел. И тем не менее, мне надо его благодарить на все поколения. Теперь смотрите, в Торе сказано, что если кто-то режет, делает овечку или кого-то, шхита называется, шхита, то есть режет скот. И этот не удалось. Да, и получается, что нам нельзя это есть. Сказано в Торе собаки. Отправьте это собаки. Спрашивают Раши на месте, а что собаки? Почему собаки? Может быть, еще есть другие какие-то домашние животные? Может, кошечка? Чтобы тоже не было обидно. Он говорит, нет, собаки, оказывается, когда выходили из Египта, они не гавкали. И из-за того, что они не гавкали, то мы должны бы признать... То есть нет только, что называется, активное действие, мне помогли. А даже не доставили мне, могли, но не доставили мне проблем, тоже надо сказать спасибо. Кому? Собакам. Собаки тоже не имели намерения это делать. Даже если просто кто-то там пришел, ангел, и их просто заткнул им рот, все было с намордником. Не гавкали, все прошло тихо. Спасибо. Хорошие примеры, отличный пример. Теперь вы думаете, что нет примеров, чтобы благодарность и растениям, есть растения. Здесь за случай рассказывает про Гусман, Закстадигля Браха.
У него была ишива в Иерусалиме тут, в центре города. Известная ишива. И его ученики однажды видели о том, что он... Есть какие-то кусты, там были красивые кусты около этого. Он все время их поливает. Естественно, что все это могли объяснить, как... Ну, седер, у каждого человека, если вы знаете, хочет чуть-чуть поработать на улице, на грядке, набраться сил. Один ученик его спросил: «Рабейну, что вы, может быть, кто-то другой, давайте я вам помогу». «Нет, ни в коем случае я». «Почему?» Он ему рассказал. Во время войны он попал в ситуацию, когда он находился в акции. Всех искали. И он, тогда он был подростком, и он, ему удалось просто прыгнуть в кусты и там спрятаться. Всех застрелили. И он один остался жив. Он говорит: у меня с тех пор есть акарататов лацмахи, на куста. Где кусты, я так сказать, я теперь поливаю эти кусты всю мою жизнь. Вторее, кто помнит, что сказано, когда Творец обращается к Моше Рабейну и Аарону, чтобы они послали казнь первую, то надо было ударить по воде. Кто должен был ударить? Моше. Тем не менее, кто ударял? Аарон. То же самое и песок точно так же. Как объясняют комментаторы, Моше Рабейну, акарататов, в воде. Почему? Вода его спасла в свое время. Помните? Потом с песком он прибил этого мицри, этого египтянина, и песок открылся, его, так сказать, скрыл это как бы это от всех остальных. У него было признание добра. Домем это мертвому, неживому. До какой степени доходит признание добра, которое... Все эти примеры, мы все это учим из выхода из Египта. Выход из Египта – это начальная точка, из которой мы все учим. Там все основы нашей веры, все эти чудеса, все. Видите, все время с этим Египтом, выход из Египта. И эта основа признания добра учится из выхода из Египта. Вы думаете, это только для евреев? Есть интересная вещь. Сказано в Торе о том, что нельзя принимать две нации. Муавитяне и аммонитяне. Не только до 10-го поколения, вообще. Нету. Всех welcome, всем их принимаем. Добро пожаловать, все народы мира. Неважно, откуда придут. Вы хотите быть причастны к Творцу. Пожалуйста, будьте евреями. У нас открытый, не закрытый клуб. У нас он открыт, мы всех принимаем. Их нет. Почему их нет? А что тут такого плохого? Когда вышли из Египта, они должны были их встречать как с... как встречают? С хлебом и солью, с каравай, не знаю какой-то. Надо было их встречать. А вместо этого они не наняли Билама, чтобы проклять их, и чтобы воевать, и то это все. Вы неблагодарны? Вы к нам, вы вообще к нам не причастны. Почему до такой степени? Почему так строго? Почему так строго? Мелы, понятно же, Билам и всех остальных, они воевали, тот проклинал, можно было их, нет именно этих. Почему? А потому что они сыновья кого? Лота. А как сыновья Лота, кто спас вас? Кто Лота спас с женой? И не один раз. Авраам. Вы должны быть потомком Авраама, благодарны на веки вечные. То есть даже Тора обязывает кого? И не евреев развивать в себе чувство благодарности. И кто не имеет это чувство, он не может быть причастным к еврейскому народу. Потому что еврейский народ, все его существование основано на качестве признания добра. А у вас этой точки нету внутри души, нет входа. А вот, например, египтяне, которые убивали, которые не знают, что только делали, душили, бросали младенцев в воду, которые замуровывали их в стены, которые кровь их не это делали, ванны из них. Что только не делали. До 10-го поколения, дальше можно. И не только это сказано, что можно их принимать, египтян этих, тот, который народ не существует. Нужно еще помнить то добро, которое они вам сделали. Вы же жили среди них. Я вскоку замечу свою мысль. Без цитирования, да? Я думаю, почему, чем... Вот в Израиле сейчас, да? Живут тут евреи. Тут живут еще
больше 500 000 неевреев. Скажите, подавляющее большинство неевреев откуда приехали? А? Россия, Украина, Белоруссия и все прочее. В мире есть нескончаемое количество неевреев, которые, часть из них, мечтает быть причастны к еврейскому народу. Кто удостоился больше всего попасть еще туда, прямо жить тут у нас на Святой Земле? Выходцы из России, Украины. Почему? Мы там жили. Подавляющее большинство евреев, которые приехали, мы там жили. У нас есть чувство благодарности к тому месту. Нам дали жить там, нас там преследовали, верно? Нас там били, нас ненавидели, но с другой стороны. Мы жили. Часть из нас даже неплохо. Даже неплохо. Чувство благодарности тоже должно быть. И в этом в каком-то смысле, опять же таки, это мои мысли, не надо их, так сказать, я сам не слышал от ни от кого. В этом есть некое, по-видимому, провидение Творца, который привел в Израиль именно этих неевреев, а не других. Так мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Так вот, давайте подведем итог, его времени уже практически нету, и он очень-очень-очень важный. Качество под названием признание добра, оно центрально-фундаментальное. Центрально-фундаментальное. И человеку крайне сложно признать добро другому человеку. Скажите, почему? Почему тяжело? Гордыня. Гордыня? А я буду ему обязан? Это меня обяжет. Это я не хочу. Люди не любят быть обязанными. Ему сделали хорошее, он сразу начинает. Интересная вещь, тоже уже говорили, нет. Я помню, все те случаи, когда знаете, помните, когда приезжали народные мстители, когда началась Алия первая, да, а после них уже вторая волна пришла. Люди приезжали в Израиль, родственники приезжали, поселялись у тех, которые приехали тут раньше на несколько месяцев или на несколько лет, на несколько месяцев. Те их встречали распростертыми руками. Я вам скажу, из тех случаев, которые я знаю, 100 из 100, да, то есть они все перессорились. Все вышли оттуда со скандалом. Есть наверняка, уверен, есть не такие случаи, да. Но опять же таки, из того, что я видел и расслышал, рассказывали мне то, это почему. Потому что те, кто приняли, они их приняли. А те, которые почувствовали себя, как бы получают от них подарки, они им должны были. В конечном итоге это вылилось в какое-то недовольство, недоразумение, все взорвалось. Человеку крайне тяжело принимать добро другого человека. Ему гордыня не позволяет, высокомерие не позволяет. Не хочу быть обязанным, не хочу, меня это унижает. Я хочу давать, наоборот, я хочу давать. Не, очень. Никто не хочет быть должным, понимаете? Поэтому признание добра – это качество, которое очень-очень тяжело в себе развить. Очень тяжело развить. Но надо знать одну вещь, и мы это с вами закончим. О том, что именно в этой точке и находится все возможность признания Творца. Почему? Вот скажите, как технически осуществляется, что вот мне сделали добро, да, а я не хочу отплатить добро, даже спасибо не хочу сказать. Почему? Что в этом такого? Как это происходит технически? Я говорю, очень просто. Это называется легамед. То добро, которое мне сделали, я начинаю его уменьшать. Говорю, да, он сделал это добро, на самом деле он сделал для себя, и, в принципе, это не такое добро, и он имел вообще... Все, что мы перечислили, много, длинное, все, что мы перечисляли, это именно такое, он все для меня, это для себя, и он эгоизм, это не для меня, это все. Что я могу... То есть он все это уменьшает. Теперь помните, что мы начали? Корень, отношение, признание добра к людям и к Творцу, тот же самый корень. Если я по отношению к другим людям буду себя вести таким образом, что я буду преуменьшать все ей добро, которое они мне делают, неизбежно все, что делает Творец для меня, что я буду это делать. Это уже не такое большое благо. И когда дойдет до максимума, вообще никакого блага он мне не делает. Я тебя не просил меня затворять. Атеист. Дойдет до конца. То есть получается, что корень этого апикорсию, то, что мы называем, корень, который есть, то есть непризнание Творца в этом мире, с чем он связан? Он связан с
То есть это неблагодарность в душе человека. Оно неизбежно приводит и к атеизму, приводит к отвержению реальности Творца. Неизбежно. Поэтому мы сейчас поймем, что в 10 заповедей, где находится мицва повеления папы и мамы? А? Со стороны, где есть 5 мицвот отношениями между человеком и Богом. Казалось бы, между родителями, отношениями мной и родителями, это между человеком и человеком. Нет! Истинный корень мицвы уважения к своим родителям, он состоит в том, что если я разовью в себе это качество, несмотря на моих родителей, такие, как я же знаю, что они имели в виду, да? То я точно так же могу и почитать, и уважать, и бояться, и восхвалять, и любить и самого Творца. Мицва, как у нас есть в Торе, корень ее. Это не спасибо, 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 извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Это истинно внутреннее ощущение благодарности, любви, страха, умение восхвалять и благодарить от всего сердца по отношению к самому Творцу. Это самое основное, это самое важное.